Фамилия нижегородского изобретателя Кулибина стала носить ироничное значение. Теперь так простодушно называют инженеров-самоучек. Но и среди самоучек есть настоящие таланты, тем более, что инженерная дисциплина в школе не проходит. На базе Инженерного института Казанского федерального университета прошла 11-я олимпиада для юных изобретателей Кулибина 21 века. В этом году побороться за главный приз решило сразу 200 школьников. Условия победы — сделать полезные инновационные изобретения. Но уже к финалу отсеялось больше половины, и победителей всего 40. Задание для школьников является в области изобретательства, в области рационализаторства, и здесь мы оцениваем работы по нескольким номинациям, такие как робототехника. В последние годы очень активно идет развитие. Это на базе Arduino, на базе Lego, на базе программирования для робототехников. И уже робототехника, секция тоже не умещает себя, и мы ее делим на промышленную робототехнику, делим на андроидную робототехнику. И также робототехника в помощь сельскому хозяйству. Из 40 оставшихся участников проигравших нет. Все займут почетные места. Но главный приз — льгота при поступлении в инженерный институт, а также материальная поддержка на первый год обучения в виде именной стипендии. С выражением «лень — это двигатель прогресса» не согласны, ведь главное — это воображение. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.